Всем добра. Сейчас уборка территории. Эдуардовна, как лиса Алиса, присела поиграть с малышами. А ее старшая сестра убирает всю территорию. Меняет собакам воду, наводит порядок. А лиса Эдуардовна занята любимым делом. Балдеет со своими красавчиками. Это детинушка, это детинятушка. Успевает еще заговаривать мне зубы. Кстати, у нее это неплохо получилось. По оконцовке Эдуардовна так и просидела с малышами, а старшая дочь Настена все убрала. Поменяла воду, навела порядок. Вот уж правда, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я тоже вместе с Эдуардовной залип на этих красавчиков. Лавруша, Лавр. А-а-а. Кто такой серьезный парень? Вот этот. Лавр, ты меня съесть хочешь, а? Эдуардовна уже в первом классе на 2 сентября поняла, как устроена школа. Звонила мне в 11 и говорила: папа, приезжай ко мне забирать в 11:30. А когда я приезжал, она учителю показывала на мою машину из окна и говорила: за мной папа приехал, мне надо идти. И я-то думал, их так рано отпускают, а учитель думал, что нам по семейным обстоятельствам так рано куда-то надо. Через неделю, конечно, обман вскрылся. Даже не обман, а такая изощренная хитрость. С учителем мы, конечно, над этим посмеялись и очень были удивлены, во всяком случае, она, что такой ребенок, смышленый, умный, оказывается еще таким хитрым и продуманным. Лексус. Лавр. Кто-то ко мне пришел тут. Двое из ларца одинаково с лица. Вот и теперь старшая сестра работает, а она чешет за ушком своим малышам.